Всем привет. Потихоньку набирается коллекция вин, ну, в плане того, что я обозреваю. И она становится разнообразнее и интереснее. Некоторые вина, не то чтобы я там охочусь или знаю давно, но я имею в виду, что они у меня стоят в виш-листе, и потихоньку, по мере созревания, скажем так, ну или просто по мере прохождения времени и идеального стечения обстоятельств, у меня есть возможность их записать, при этом не тратя большие деньги. В общем-то, Баша – это уже здесь такой легендарный производитель, легендарное вино. То есть любое вино, которое вы возьмете вот с этой S и шеи, или не знаю, как корона это взять. Причем производитель, винодел, он говорит по-русски достаточно неплохо. Так что тут можно подумать, что это ше, но не знаю. Вино стоит 3900. Вот любое вино, даже там какое-то будет 4500 стоить. И знаете, когда вы видите такое вино на полке, несмотря на то, что оно очень красиво выглядит, симпатичная, тяжелая бутылка, оформление не самое простое, то есть сразу будет понятно, да, при взгляде на нее, что внутри что-то будет очень крутое. Но ты такой думаешь, блин, ну 3900? 3900 это что? Это 1900 и 2000, да? Это можно уже две бутылки взять. Вот. И так как там вот эти буквы S и Ш, они разные, в принципе, вот даже сейчас была возможность попробовать 4 варианта, но я выбрал этот, потом попозже скажу почему. И ты такой думаешь, блин, а может то лучше? Тут, в общем, 4 бутылки явно не купишь. Ну так вот сразу, во всяком случае. И одну, в общем, какую выбрать. В общем, какие-то сложности бывают такие. Производители, которые сложны изначально. Я взял томьянику. Это все оранжевые вина там. Там у них есть, что они предлагают? Томьяника, фурминт, морава и янтарь. Янтарь самая активная. Марава самая последняя и самая необычная, потому что марава сама по себе, сам по себе как сорт винограда, такой не самый понятный, но, по-моему, его стремятся здесь сделать таким более популярным, повысить до уровня томьяники хотя бы. Вряд ли он, конечно, победит когда-нибудь, потому что ну, неоднозначные у него сортовые, хотя вот для оранжа это отличный вариант. Фурминт классный получается, но, опять же, зная Сагмайстера, наверное, все-таки вы бы в какой-то момент все равно между ними как-то вот проводили, не параллель, но метание между ними. И я не удивлюсь, что большая часть людей осталась бы на Сагмайстере, потому что как-то там это очень органично. Здесь тоже это неплохо, но как бы... Когда у тебя есть морава, например, или янтарь, и вот томьяника, я предпочел томьянику. Я понимаю, что на самом деле это может быть немножечко попсово. Когда я ему сказал, что оно просто более сбалансированное, он сказал, ну, оно более понятное, там, томьяника все-таки. Здесь есть такое отношение к томьянике, когда ну, ее считают таким не то что попсовым сортом, а просто более поверхностным, не таким глубоким. В общем-то, вот, опять же, сложность, да, отличное вино, которое, как бы, винодел называет, ну, таким более легким, более понятным. Это не значит, что оно плохое или хуже по уровню, в общем, капец. Много рассказываю, томьяники 2020 года, 14% алкоголя, очень долгое производство вина, то есть, практически вина в погребе проводит 3-4 года. Мецерация скин-контакт, кстати, непродолжительная, больше это выдерживание в бочках, дубовых и акации. Это нет, вот знаете, говоришь с человеком, понимаешь, что у него есть ясность ума, а это уже, понимаете, это гениально, потому что у него хобби, как у некоторых, да, превратилось в работу, и теперь я ему даже посмеялись, что он хотел отдохнуть, а только добавился больше работы. Томьяника. Не у всех оранжевая томьяника получается хорошо, здесь очень классно. Цвет светленький. Нет, нельзя подумать, что это белое вино. Хотя вот если мы берем про какое-нибудь, говорим про нефильтрованное, то вполне оно может быть и таким. Мутненькое. Он говорит, что прямо мы с бочек заливаем. Соответственно, даже, по-моему, никакой фильтрации не производится. И сзади у вина написано на контр-этикетке «взболтать». Да? То есть тут анти-Джеймс-Бондовское вино. «Взболтать». И год еще оно проводит вино в бутылке перед тем, как выпуститься на рынок, то есть вино выпускает абсолютно готовым. Это здесь такая
Блин, я бы не сказал бы, что традиционно привет. Но экономически неоправданно, а для рейтинга, для повышения качества бренда, ну и качества вин, это, конечно, круто. И все мы мечтаем об этом. Но чтобы вернуться к такому виноделию, надо 100 лет обычного виноделия, маркетологического, наверное. И то маркетинг, наверное, скорее всего, победит в конце. Так, вино. Пахнет офигенно. Иногда, почему я говорю, что не у всех получается тамьяника, потому что она иногда переходит в горчину, и вот его вот этот мускатный тон, он переходит в какой-то более такой, стремится, в общем, к стилистике Рокстели, и это уже не очень. Тонкий сорт, поэтому с ним надо аккуратно работать. Не оранжевить сильно. Поэтому, если прозрачная бутылка, и вы видите оранжевую тамьянику, очень оранжевую, ну, я бы уже не брал бы, потому что это перебор для вина. Здесь сохраняется свежесть. Причем, вот есть оттенок Late Harvest, да, который мы чувствуем, например, в позднем сборе, в Такае, в Сатерне. Причем он здесь такой достаточно выраженный. И он переходит в... Ну, наверное, персик, абрикос. Все это вот как-то еще так натянуто, интересно. Объемный очень аромат. При этом вы не скажете, что он пышет. Он очень умеренный и классный. И видно, что внутри будет все супер. То есть, как у нас получается? Начинаем с цвета. Цвет нравится. Аромат нравится. То есть, он достаточно... Я не хочу говорить яркий, достаточно насыщенный, интенсивный, но при этом без перебора, чтобы сказать, ой, фу, мускат. Отлично. И оранжевость не забивает, а только обрамляет всю эту стилистику. Давайте пробовать. Кайфовейшая кислотность. Мне нравится, когда оранжи на ней держатся. Очень классная обработка. Даже, понимаете, вот с этими там недлительными мацерациями, ну, нет, ну, конечно, это оранж, потому что даже танин в конце такой очень значительный. Но если брать все предыдущее, что я сказал, очень сбалансировано, очень умеренно, но при этом с концентрацией, с хорошей кислотностью, с обработкой, которая, ну, не то, что там не лишняя, не то, что она дополнительная, а она... выводит этот сорт просто на другой уровень. Поэтому вот я с чего я начал? 3900, которые себя точно отыграют, и вы скажете, блин, где бы взять еще 3900, чтобы купить еще одну такую бутылку? Просто кайф.